И немного прекрасного и вечного под конец выпуска астроном-любитель Виталий Тимушев из Эжва записал восход Луны. Видео длится всего 43 секунды, но за это время ярко-желтый край спутника Земли успевает оторваться от горизонта и подняться высоко в звездное небо. Это так называемый тайм-лапс, вид искусства, в основе которого лежит объединение множества кадров в один ролик. В результате получается ускоренное видео, показывающее, что происходит с объектами за длинный промежуток времени. Как отметил автор, съемка происходила в Эжве 17 июля в 22:40 на протяжении 35 минут. А уже этой ночью, как отмечает Николай Тимушев, на небосводе невооруженным взглядом был виден Сатурн. Наблюдать можно и Юпитер, а еще эжвенец снимает облака. Наблюдать за ними в ускоренном темпе тоже особо занимательно.